После Москвы Касым Жомарт Токаев отправился с официальным визитом в Париж. Глава государства провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце. В ходе встречи Касым Жомарт Токаев поблагодарил Эммануэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания президентом Казахстана. Он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень. Франция с 2005 года входит в пятерку крупнейших стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана 17 миллиардов долларов. За последние 9 месяцев двусторонний торговый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 90% торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан. Страны совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранения и пищевой промышленности. В Казахстане работает более 170 французских компаний и совместных предприятий.